Я ничего не знаю. Снимает сейчас или нет? Да. Да. Лишь таймер идет. А мутно прям. Из-за темноты. Я тут кушать готовлю, короче. Запах приятный. Курица с приправой, с луком подсолила. Да что там снимать? Воздух свежий. Эмиль сегодня. Здрасте. Привет. В общем-то, это. Эмиль сегодня, хоть и второй день Пасхи, но пришлось, короче. Дим кто-то старый шкафчик отдал. И Милюша здесь полный порядок, короче, сеньих наводил. Да. Вот, он здесь на стуле. Тут ключи. Там всякие шланги, не шланги, прочее. Да. Тумбочку чинил. Да, ту... Мусора где-то да. 10 корыт, наверное, короче. 10 мешков. 10 мешков. Глянь. Вот, ножки повесил, тут, короче, разобрался. Да. То, что тут скопилось. За зиму. Не за зиму. Ну, приблизительно. Плюс-минус. Это когда тут линолеум какой-то этот старый, ну как Юлька там. Ой, это еще того года. Ломали там. Это еще того года. Жалко было выкинуть там. То каких-то вещи, которые так и не пригодились, короче, мешки. Я это решил все, короче, в мусор. И он, да, решил все это в мусор. Ну-ка-то. Че? Это прикольно. Раньше такие щетики были. Я знаю. А у нас дождик вливает. Как антистресс. Гром гремел. Гром гремел. И дождик выливал. Такой прям сильный. Гром гремел. Короче, вот такая вот погодка. Сегодня сажать ничего, естественно, я не сажаю. Не только из-за того, что праздник. А из того, что и погода такая. Да и сажать нечего. Надо что-то ехать покупать, как будет возможность. У меня там 370 рублей на карточке. Кто-то там сдонатил рублей 170, что ли, или 100, я не знаю сколько. Или 200. Надо это спасибо, как говорится, надо съездить хоть семян, что ли, купить или черенок, или лопат. Лопат сделать. В общем, вот так вот навел здесь порядочек, все разобрал. Я здесь полы немножечко помыл. Свежий воздух. А печку пришлось протопить, чтобы поесть приготовить. Но Режина пришла, она тут сидела часа три, наверное. Это, я не знаю, я им молоко налила, яйца почистила, они есть не стали. Одно яйцо я положила, вернее. А, я сегодня это, из-за чего тоже, я не хотела сегодня кушать готовить, ну, это, Режина сидела на душе, а сейчас вот как раз ушла куда-то, не дождалась, я начала готовить, думаю, ну все, растапливаю печку, буду готовить курицу, пришлось мне готовить, но теперь уж. А то у меня там рис полказана еще остался. И Эмиль сегодня ел.
Ну ладно, всем пока, всем добра, мира, здравия, всех благ. Ну а погода, весной дождь тоже необходим, как говорится. Пусть все поливает. Редиска взошла, салат взошел, морковь всходит. Скоро огурцы, бог даст, зайдут. Все всходит потихоньку. Вот. Так что дождик, он тоже необходим.